Здравствуйте, дорогие мои просмотрщики, меня зовут дядя Коля. Я делаю очередное прохождение плюс обучение игры Метро 2033. Это вторая глава под названием Бурбон. И наша часть называется станция или локация Мертвый город 2. Мы продолжаем бродить по разрушенному городу, разрушенной Москве. И в этой части я покажу, как отбиться от стая мутантов одними метательными ножами в режиме мясника. Режим мясник называется так, как является наисложнейшим прохождением, так нужно отбиваться одними метательными ножами и штык-ножом, что является наисложнейшим прохождением, так как вражеские солдаты отстреливаются в укрепленных позициях и ведут по вам огонь. Мутанты нападают вас с разных сторон, что затрудняет ведение боя, и метится, целится по ним. Вот. И мы начнем прохождение Мертвый город 2. Вот. Я покажу и обучу, как отбиться от мутантов. И мы начнем. Так, тут мы появляемся, да? И видим сразу жмура, короче. Мы подходим, да, и берем с него патрончики, естественно. Собираем, нам дали немного патрон, разворачиваемся и видим такую дыру. Проходим в нее, запрыгиваем сюда и видим очередного жмура сталкера. Тут берем еще патрончики, плюс 15 нам дали патронам. Да, довольно-таки неплохо, я скажу. Вот тут, короче, проходим дальше. 12 видов кислорода, немного. Тут облученная вода, как бы она радиоактивна. И за 2 секунды вас забирает где-то 1/3, короче, вашего здоровья. Так что не становитесь. Тут есть вот много патрончиков. Поднимаемся выше, тут видим кровавый след такой. И есть тут дуплет, ну, оружие. Собираем патроны. И плюс 2 патроны золотой боезапас. Боезапас золотой получится 5,45. Тут есть разлом в стене, мы в него тоже проходим. И берем тут, видите, много патрончиков. Плюс 5 такого, тоже видите, золотого запаса нам. 5,45. И стараемся не задерживаться, пробегаем здесь. Идем по досочкам, да, вот видите, тут очередной. Вот, берем патронов, еще нам плюс 20 дали, да? Отлично. И немного на. На ублюдок дали патроны. Вот тут есть, короче. Выходим во двор, я заряжу чуть-чуть свой агрегат и немного его опробуем, так скажем. Мы вышли во двор, да? И видим, да, тут все такое разрушенное. Да, битые стекла, старые облезшие. Стены такие. Все в таких черно-серых тонах, как бы пейзаж такой. Очень прикольный. Демон, сука, вот видно, летает, да, здесь по двору. Вот. Можно его заметить. И тут, видите, свинцовые такие облака. Солнце уже еле светит. Солнце, ты светишь не так ярко, как раньше. Ну и все в этом духе, да, вот. Кореженные деревья от радиации. И тут, смотрите, мы проходим дальше. И видим жмура, да. Берем у него патроны и бегим. Слышим? Видите, за нами, сзади хотела напасть на меня. Короче, это тварь страша, то да? Типа, блядь, кикиморы, блядь, здоровые. И я его убиваю, видите, с одной стрелы. Очень мощное оружие, да? Хельс. Вот, и тут нас уже ждет бурбон. Молодца, отлично сработано. Вот. И типа... Почти, почти пришли, еще один двор остался. Говорит, еще один двор остался, да? Вот мы тут берем со жмуров патроны и... Вдалеке тут тоже есть жмур, как бы. Вот, да? С него тоже мы снимаем патрончики, да? Вот видите, тут калаш такой. Вот. Вот я одеваю противогаз. Не знаю, почему его нельзя взять. Ну, тут видно приклада, мол, якобы нет. Но на самом деле, дорогие друзья, можно его вообще отпилить и так стрелять с автомата. Вот. Вот. Самое главное, можно даже вот эту ручку, блядь, отломать и бегать, стрелять. Главное, чтобы целое было...
коробка, блядь. А там можно, блядь, не знаю, кусок, блядь, бревна привязать, и он будет стрелять. Потому что я знаю, я разбирал уже автомат Калашника. Я за 40 секунд его могу разобрать и собрать его. Ну, это мой рекорд, блядь. Ну, я его 38 разбирал. Ну, ничего страшного. Идем дальше, да? Вот, мне это вот не понравилось. Тут есть, короче, интим, да? И нам сюда вот стрелка такая синяя показывает вниз. Очередная, видите, жертва московских морозов, блядь, ём. Сталкер замерзший. Берем патроны и бегим дальше. Тут, короче, берем уже ножи, да, и продвигаемся дальше. Во двор. Вот. Вот, выходим во двор, да, вот тут уже двор такой. Видите, тут демон, да, вот этот, сука. Его убить нельзя, как не пытайтесь. Тут в углу есть жмур, короче. У него патроны на револьвер есть. И револьвер с глушителем. Да, вот как я говорю, что можно найти его, не надо там покупать. Кому нужен, например. Вот, да, вот. Перезаряжаем, да? Видите, да, все бесшумно стреляет, но мне он не нужен. Вот. Я возьму с удлиненным стволом, потому что он стреляет точнее. А с глушителем так, чтобы без палева стрелять. И тут, короче, вот сейчас будем отбиваться от стаи, короче, мутантов, короче. Давай понемногу отходить. Тут, короче, блядь, самая главная тактика здесь, блядь, бей и прикрывай бубона, и все. Он стреляет, да, здесь? Я вот убил, да, сразу, вторая. Вторую нашу тут же, видите? Что он стрелял, что нет, он не мог убить, блядь. Вот. Главное что, помнишь это? Главное. Вот третью, да, убиваю, прям тут же. С напаса, блядь. Вот бегит еще одна. Все, и выношу еще, блядь, четвертую. Видите, да, быстрее, чем он стреляет. Он только зря патроны тратит, я уже четверых вынес. Вот так, такая тактика. Просто прячемся и прикрываем бурбона. Все, видите, она хотела меня ударить, даже не успел. Вот. Я уже шестерых завалил одними ножами. А, вот семерых, блядь, видите, да? А он еще даже ни одно не успел убить. Блядь. Да, он может сразу там подстреливать. Все, да, там, блядь. О, блядь, демон, блядь. Вот, да, демон, блядь. Сейчас я его раз уебу, блядь, еще раз. И свалим, короче. Вот валим быстро, да? Все, на этом все, дорогие мои просмотрщики. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки.